Всем привет, с вами Диас Валихан, и как вы знаете, сейчас я нахожусь в США, в Майами, Флорида. Здесь, в Майами, я нашел очень интересный и не характерный для Казахстана автомобиль. У нас есть LS-ы, GS-ы, AS-ы, кроссоверы, внедорожники, LX, GX, RX, NX, но вот заряженных Lexus'ов практически нет. Единичные версии ASF можно не считать, а ведь у Lexus'а есть GSF и есть RCF. Заряженное купе, которое должно конкурировать с BMW M3 или Mercedes C63. Он стоит сзади меня. 5-литровый, 477 лошадиных сил, 8-ступенчатая коробка и задний привод. Это просто сумасшедший Lexus. Что интересного в этом Lexus на самом деле? Я не буду рассказывать про характеристики, какие тормоза, какой-то размер багажника, потому что это все нафиг не нужно. Эта машина должна ездить и доставлять удовольствие от процесса езды. И именно это мы сейчас и сделаем. Ну что, покатаемся на Lexus, да, 5-литровом, во все почти 500 лошадиных сил. Панель такая, алькантарочка. Здесь пластик, но вот все люди постоянно спрашивают, мягкий пластик, 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 как будто вы ездите вот так вот, или вот так ездить. Очень удобные кресла, кстати, вот с моим ростом, 190 сантиметров, чувство комфорта дает. Если еще четырехточечные ремни, прям, чтобы вообще прижало и слился с автомобилем, это было бы очень круто. Я буду называть его 500 сильным, хотя там 477 сил, но на самом деле, вот кто из вас может отличить, да, вот вы едете в машине, там вот 470 или 500 лошадиных сил? Вот, думаю, никто не определит. Поэтому будем говорить 500 сил для удобства произношения. Она не сразу едет, а как-то с такой паузой. Ну, поехали, 40, газ в пол, трекшн, и уже 56-60. Ну, знаете, какое ощущение есть? Вот машина, давишь газ, она не едет сразу моментально. Когда она немножко задумалась, как будто бы он, знаете, так вот сжался весь, напрёкся, и потом выдает мощнейший панч, и она стреляет прям. Плюс звук V-образной восьмерки. Ну, реально очень кайф. То есть турбомоторы, они не дадут вот такого ощущения, да, такого звука. Шестицилиндровый, четырехцилиндровый, вообще там пуколки какие-то. По сравнению именно с настоящим V-образным двигателем. И здесь вот в Lexus это действительно вот сам звук, вот тембр этого двигателя. Так хочется лишний раз нажать, но в США очень высокий штраф. И более того, если вы превысили скорость более чем на 30 километров, 30 миль, то вы лишаетесь прав. Мы едем по дороге, обычной дороге, и она полна кочек. Здесь очень много неровностей. И знаете, абсолютно нету какого-то ощущения, что машина супер жесткая, супер спортивная. Да, она прям моментально реагирует на повороты руля. То есть вот буквально стоит чуть-чуть качнуть, она прям сразу реагирует. Но при этом она вот нету такой зубодробительной жесткости. Прям вот ты едешь, она прям трясется, там все аж некомфортно. То есть машина, как бы, будучи спортивным автомобилем, остается комфортабельным в повседневной эксплуатации. То есть если взять немцев, BMW и Mercedes, да, то они все-таки такие, наверное, больше более суровые парни. А Lexus, он такой добрый парень, но в то же время, если надо, он может дать хороший удар вправо, и ты будешь долго приходить в себя. В M4 M3 неподготовленному водителю со всеми отключенными системами будет немножко опасно, потому что вот тот момент, когда начинает работать турбина, да, и самый пиковый крутящий момент, без трекшена неопытного водителя может это испугать поведение машины, то есть резко куда-то там кинет, занесет. То с Lexus здесь ситуация немножко по-другому. Здесь крутящий момент, он достаточно ровный,
и машина при нажатии газа в пол, нету вот этого сначала какой-то задумчивости сильной, что, а потом вот она раздулась, и она бамс, выстрелила. То есть она, да, она задумается, но она потом и тянет прям такая ровная, прямая, скажем так, полочка, очень четкая, очень понятная. Ну что ж, теперь самое интересное. До этого, все это время мы ехали в стандартном, обычном, нормальном гражданском режиме. Когда автомобиль достаточно мягкий, плавно реагирует, ну плавно, это в кавычках, да, по сравнению с обычными гражданскими машинами, все равно он очень резкий, но для спортивных машин он более такой вот гражданский, мягкий, комфортабельный. Вот, но здесь есть такая вот шайбочка, которую меняет настроение машины. Нормал, спорт и спорт плюс. В режиме спорт плюс что происходит? Коробка держит скорости, да, то есть двигатель крутится до красной зоны, то есть вот здесь даже отмечено, там с 7 до 9 красная зона, двигатель крутится, коробка держит скорости, то есть все для того, чтобы ты мог комфортно наваливать и получать удовольствие, максимум удовольствия и максимум эффективности от автомобиля. Сейчас трекшн включен, вот сейчас мы проверим, здесь немножко, вот сейчас едем 20 миль, нажмем газ в пол до 40, вот сейчас скину до 20, блин, 28-25 и газ в пол. Ох, я прям чувствую, как она закинула задницу немножко, но трекшн дал побуксовать машине, да? То есть он не стал ее сразу прям вот осаждать, чтобы водитель чувствовал этот табун лошадей, который кроется под капотом автомобиля. Так, ну давайте попробуем еще раз. 30 миль, газ в пол. Ох, вы почувствовали это? Мы едем, сколько? Мы ехали 30 миль, это почти 50 км в час. Нажимаем газ в пол, жопу кидает с включенным трекшеном. Если бы трекшена не было бы, то просто машина бы танцевала вальс во всю ширину дороги. А дороги здесь очень широкие. Вот сейчас мы едем по 4 полосы в одну сторону и еще 4 в другую. То есть 8 полос. Даже думаю, зачем в США покупать такие мощные автомобили. С одной стороны, здесь есть скоростные дороги, но как бы, если ты работаешь в городе, ты не часто будешь по ним ездить. С одной стороны, да. Также с этой же стороны здесь очень строгие гаишники, ну, называемые гаишники по старинке, с которыми нельзя договориться, и штрафы за превышение скорости очень высокие. Более того, за стрит-рейсинг, я не знаю, во всех ли это штатах, но за стрит-рейсинг конфискуют машину и прямо ее уничтожают под прессом. То есть пусть это даже какой-нибудь там Lamborghini будет за 500 тысяч, все равно под пресс. И так же, как Honda Civic за 1000 долларов. Одинаково все ко всем одинаково. То есть это не Казахстан вам. Трудно найти логическое объяснение тому, зачем в США иметь вот мощный спортивный автомобиль. Но здесь есть ответ. Здесь очень много, большое количество гоночных треков. Причем они есть практически везде. То есть в любом городе, куда бы ни приехал, в крупном городе, да и даже не в крупных городах, есть гоночные треки, на которых можно спокойно приехать, покататься, получить удовольствие от именно от драйва, да, понять, что может твоя машина. И когда у тебя есть возможность поездить на заряженном спортивном автомобиле прям на все 100%, то, конечно, появляется смысл покупать машину, учиться на ней правильно ездить, дорабатывать ее, покупать подвеску, тормоза, резину. Потому что когда у тебя есть трек, на котором ты ездишь, и ты понимаешь время, за сколько ты проезжаешь круг, и меняя те или иные компоненты, или меняя их настройки, ты будешь получать разный результат.
И вот именно в этой ситуации я считаю, что интересно иметь спортивный автомобиль. Ну а так, чтобы ездить просто в городе, где ты не раскрываешь и 30% потенциала автомобиля, потому что, чтобы толкаться в пробках, достаточно и 100 лошадиных сил, даже и 70 или 80. То есть не обязательно иметь огромный табу. Но, с другой стороны, потешить свое самолюбие тем, что у тебя мощный автомобиль, это, конечно, дорогого стоит. То, что ты в любой момент можешь нажать газ в пол, и ты понимаешь, что она выстрелит, она поедет именно так, как ты хочешь, а не так, как она может. Это касается всех любых бюджетных, не спортивных автомобилей с двигателями, там 1.6, 2.5 даже тоже. Это так, да. Но за это надо платить, за большую мощность под капотом надо платить. К примеру, за расход топлива на РЦФ с 5-литровым двигателем, если постоянно ездить, вот каждый светофор стартовать с удовольствием, расход будет порядка 25-28 литров на 100 километров. И это будет не какой-нибудь там дешевый 92-й, а в идеале сюда нужно заливать 98-й. Блин, короче, ребята, это издевательство. Вот честно, это издевательство. Ехать на такой машине, сейчас тем более еще дождь идет. Дождь, незнакомый город, суровые гаишники, ну, полицейские. То есть ты не можешь толком надавить газ, ты не можешь разогнаться, ты не можешь ехать на этой машине на 100%. Едешь, короче, и, блин, ограничиваешь себя во всем. Уж не говоря там про управляемость, почувствовать, как она вот там, да, может на скорости проходить поворот, как она держится, ты вот давишь газ, она ее не сносит, она прям цепляется. Ну как такое возможно? Для этого надо разгоняться. Здесь есть классные дороги, но здесь есть классные полицейские. Приходится ехать в таком режиме. РЦФ – это золотая середина. Для того, кто хочет иметь большой запас мощности под капотом, но при этом ему не нужен такой резкий прям вот инструмент, да, опасный инструмент. Он хочет, чтобы машина была мощной, но не такой радикальной и грубой, как немецкие машины. Зато в нем есть свои плюсы, которых я уже сказал, то есть это надежность, комфорт, причем на нем может ездить даже ваша бабушка, то есть в гражданском режиме, в принципе, абсолютно спокойно, комфортно. Удобная посадка, хорошая обзорность. Сзади места, конечно, мало, но, в принципе, это не семейный седан, там, да, в котором должны поместиться там все, включая собаку и бабушку, и соседи, и так далее. Это машина для водителя. Для водителя здесь есть все, что нужно. Ну, а 5-литровый мотор, вот именно настоящий, атмосферный, честный 5-литровый мотор, это то, что уже начинает пропадать из автомобильной индустрии. То есть моторы становятся меньше, те же М3 и C63, да, они уже не атмосферные, уже турбодвигатели идут. То есть это уже как бы фейк, да, то есть это как сиськи силиконовые. То есть вот есть как бы свои родные настоящие, вот это вот 5-литровый, настоящий, честный. А есть то, что там наклепали силикон, напихали и ништяк, все, вроде бы круто, все быстро, визуально всем нравится. Но подвох-то есть. И вот здесь вот подвоха нет, здесь все наше, родное, честное. Но ведь большие сиськи тоже кому-то нравятся, да, силиконовые. Поэтому все машины хорошие, нет плохих машин, есть просто разные ожидания. И вот, в принципе, на РЦФ я бы ездил бы каждый день. Залил 95-й, спокойно, там не боишься, что будет какая-то детонация. В обычном гражданском режиме по городу ездишь, катаешься, там в супермаркет, если надо поехать, там забрал детей. Там. Выходные, когда нужно покататься, погонять, залил 8-й. Спорт плюс, и ништяк, все, огонь, поехал. Кайфуешь вечером, да, особенно. Оп, сейчас мы остановились, как раз здесь вот мы сможем почувствовать, как она разгоняется. Если вы смотрите это видео, большое вам спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно поставьте лайк. Если вам что-то не понравилось, все равно поставьте лайк, но внизу в комментариях напишите, что вам не понравилось. Вот, на этом заканчиваем знакомство с РЦФ. Огромное спасибо
Артуру, владельцу этого Lexus. Он специально прилетел из Москвы, чтобы показать этот автомобиль, дать прокатиться на нем. И чтобы была возможность поделиться с вами впечатлениями об этом автомобиле. Все-таки 5-литровый купе Lexus для Казахстана — это огромнейшая диковинка. Это автомобиль, которого не существует в Казахстане. А здесь мы покатались на нем в США. Вот такие вот страсти здесь в США. Ну ладно, ребят, все, пока, уже заболтался совсем.